Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по игре Coastal City, где нам дают домик в подарок. Вот такой частный дом. У меня он улучшен до 2 уровня. И сегодня я хочу в этом видео проверить на вывод. У меня на балансе 5974 серебра. Ой, золото. Прошу прощения. Вот это золото, оно идет на вывод. А за серебро я буду улучшать потом уже домик до 3 уровня. Значит, что у меня, друзья, тут приключилось с этой игрой? С обычного браузера, с Google Chrome, Яндекс, Opera и Firefox, или как он там называется, мне не зайти. Сейчас перейду я. Так, Coastal City, Google Chrome. На примере покажу. Мне никак не попасть в кабинет. Нет доступа. Видите? Никак. Вот, не удается получить доступ к сайту. Вот такая вот у меня... Уже это сколько? Дня 3-4 длится. Сегодня я попросила сына установить браузер. Браузер называется Tor, по-моему. Я понятия не имею, что это за браузер. Вот. Но, тем не менее, вот с этого браузера без смены IP я зашла в кабинет. Вот. Поддержку я писала. Внизу странички есть адрес. Вот. Мне поддержка ничего не ответила. Попробую я написать вот здесь уже в поддержку. Не знаю, ответит мне или нет. Я могу попасть вот, с Google Chrome, если только при расширении VPN, смене IP. Я боюсь заходить. Если я зайду и изменю IP, то могут аккаунт заблокировать. Ну вот еще такие обходные пути. И вот зашла. Давайте проверим браузер. Ой, браузер. Игру на вывод. Значит, у вас будет здесь такая вот внизу вкладочка «Установить пин-код». В обязательном порядке установите пин-код. Он нам нужен будет при выводе средств. Нажимаю вкладочку вот сюда «Вывести». Можно и здесь сбоку «Вывод». Значит, я буду на Pair. Вот он обведен. Введите сумму. Минимум 100 золота. У меня на 93 цента. Немножко не хватает до доллара. Ну, ничего страшного. Вводим. Так, 5, 9, 7, 4. 0953. Номер кошелька. Прописываю. Так, проверяем. Сюда я вставлю пин-код. Поставлю на паузу, вставлю пин-код и нажму вывод, так как пин-код здесь он высвечивается. Значит, смотрите, друзья. Вот видите внизу успех. Вывод успешно осуществлен. Вот видите? Нажимаем сюда. Так, заходим обратно в профиль. Так, что-то у меня здесь монетки остались. Ага, а здесь золото, а здесь по нулям. Понятно. Так, давайте перейдем. Теперь у меня там кошелек открыт. Сейчас я обновлю страничку. И проверим. Да, друзья, вот 29 января, 0,92 цента. Смотри, выполнен. Игра платит без проблем. 29 января, 2020 год. Перевод выполнен. Сумма получения 0,92 цента. Супер.
Можно работать без проблем. Ну что ж, я буду тогда здесь работать. Здесь еще есть друзья у нас. Так, бонус. Я же бонус давно не получала. Вот. Вы можете получить бонус. Бонус дается один раз 24 часа. Нажимаю бу. И вот здесь мне сейчас покажут. Вот 37 монет дали. Серебра. И через 24 часа мне обратно дадут бонус. Ну, таким вот образом, значит, я буду работать. В игры я не лезу. Вот серфинг здесь можно просматривать. Я, конечно, смотрела серфинг. Тут, правда, капча такая. Бывало с заморочками. Вот видите, сайт немножечко подгружает. Что и серфинга мне здесь нету. Серфинг. А нету. Так. Серфинг. А вот он здесь. Не понимаю я. А, давайте-ка я поставлю на английский. Я здесь, это я на русском. Сейчас я английский поставлю. Значок тоже с такими причудами, букс. Этот игра. Не игра, а этот браузер. Нет у меня серфинга. Ну ладно. Ну, таким вот образом, а что делать? Буду собирать тогда монетки. Потом увеличивать. Попробую написать в суппорт. Может быть, откликнется поддержка. И можно будет заходить при помощи расширения и работать уже на нормальных условиях. Ну, а пока так. Всем удачи, больших заработков. Игра платит. Все замечательно. Буду продолжать мониторить игру. До новых встреч.